Вот, Александр, вот такой вот шингель, кто как называет, гонт, шингель, вот. Сейчас покажу еще мореный, крашеный, вареный, вот, колем мы вот из таких вот это болванов лиственничных. В поддоне 62-60 метров. Вот. То есть, если 140 квадратов, вам надо два поддона, но еще в пачках. Сейчас на втором видео скину. Еще в пачках. Вот. Сейчас, подождите, покажу. Крашеный. Украшенный весь в заказ, потому что мороки с ним дофига, и он дорогой, 1900 рублей за квадрат. Вот он крашеный. То есть делается это принцип такой: варится в ванне, ванну сфотографирую на втором видео, специально ванну, вот. А потом опускается в текуриловскую пропитку, получается очень прикольно. Наше ноу-хау. Еще срубы рубим вот такие вот. Если интересно, можем срубить. Ладно, сейчас второе видео скину.